В общем, друзья, я на месте. Toyota Lexus. Ну, сейчас посмотрим. Сегодня не работает салон. Есть машины, на самом деле. Вот, смотрю, Lexus'ы новые. Только непонятно, они проданы или не проданы. Но машин много на поставке. Смотрите, Lexus 1, Toyota Land Cruiser. Lexus, еще один Lexus. В общем, машины есть. И их, на самом деле, очень много. Прям целая площадка с машинами. Посмотрите. Вон машины. В общем, на понедельник. В понедельник я приеду сюда, и мы посмотрим, можно ли купить что-то сразу и уехать на машине. В шоу-руме, конечно же, машин нет. Я так думаю, они здесь долго не стоят. Хотя вот одна стоит машина, но продана. А здесь Toyota Fortuner. Ценником, но не ясно, кто там. Друзья, мы снова на рынке, так как Toyota и Lexus сегодня закрыты. Приехали на авторынок и идем дальше. А не знаете, здесь мотоциклы где-нибудь продаются? Нет? Нет. Мотоциклов нет, ребят. Ну, значит, будем смотреть машины. 2004 год, 14 тысяч долларов. Есть номер телефона, BMW. Красивая такая пятерка. Четыре трубы, диски. Здрасте, как вас зовут? Карен. Карен, что у вас за машина, какая марка, как вести машину в России, сколько на это потребуется денег? Расскажите, пожалуйста, очень интересно. Да, расскажем. У нас в основном у нас Toyota. Вот сейчас у нас стоит тут Toyota CHR 19 года. Сзади стоит Toyota Camry 18 года. Еще Camry, еще там Toyota у нас стоят. В основном машины из Америки. Мы привозим, подгоняем. И там что надо, чиним и уже в рынке продаем. Понял. Чтобы ввести такую машину и сразу ее поставить на учет в России, сколько нужно доплатить денег? Доплатить, смотря какая машина. Но в основном от района от 60 тысяч до 70 тысяч рублей. То есть 60-70 тысяч рублей вы возите? Да, вот это ГЛОНАСС, там эти всякие бумаги там за оформление и все. У нас тут машины покупаете. Мы у нас в Армении, в ГАИ дают транзитные номера. Да. И вот этими транзитами уже покупатель подает нам в Россию уже в ГАИ. Угу. С этими транзитами проезжает Грузию, Армению, Грузию и заходит уже в Россию. И там отдают на оформление в ГАИ, и там ГЛОНАСС делают. Понял. Где-то в районе. Вот, например, вот эта машина ГЛОНАСС 65 тысяч. Мы недавно уточнили. И вот 65 тысяч рублей стоит. Понял. Карен, у вас сколько сейчас здесь машин в общей сложности? У нас в общей сложности у нас где-то 40-45 машин тут стоят. Прямо здесь, на этой площадке? Да, вот эта площадка. А можно будет после интервью показать, что за машины? Да, самые хорошие. Вот, самые хорошие. Вот недавно мы только что мы эту машину пробовали. Там дрифт делали на этой машине. Она Камару. Сколько стоит такая? Такая стоит в районе 17-18 тысяч долларов. Это новый кузов или предыдущий? Это предыдущий кузов, но тут у нас чипованный мотор, лошадок много. Понял. Карен, а как вас найти, например, ребятам, которые вот хотят номер купить? Номер, можно? Какой? Вот у нас номер. 50. Давайте. 0. Это WhatsApp или нет? По WhatsApp как вас найти? По WhatsApp, по Viber, по всяким вещам. Да, плюс 374. Ребят, плюс 374. Номер 091, без нуля, 91. 56 56 56. Вот этот ряд, все наши машины. Да. И кроме этих машин еще у нас вот есть машины, которые мы подготавливаем, где-то 50-60 машин. И еще у нас по дороге машины, так что обращайтесь. Понял. Будем рады. Покажите 5 лучших автомобилей своих, которые у вас есть. Автомобиль. Все, идем, ребят, смотреть. Toyota Camry 18 года. Так, Toyota Camry 18 год. Какая цена за нее? 24 тысячи долларов. Так. Сколько пробег на ней? Пробег 35 тысяч километров. 35 тысяч миль. Да.
А сейчас вообще машины из Америки, если под заказ, сколько по времени приходят? 3 месяца, 3,5. Там, вот так. Там останется на площадке 3 месяца, и 3 месяца на дорогу надо. А я слышал, что как-то через Арабские Эмираты возят машины. Это не из Америки, мы не пробовали. Понял. Это долго получается. Понял. Из Арабских Эмиратов, честно говоря, есть нюансы, которые мы не рискуем. Понял. А немецкие машины на рынке не найти вообще, да? В основном практичные такие машины. Toyota, Hyundai, Kia мы привозим, чтобы они ну, практичные машины. А так еще вот. Понял. Вот это Kia сколько стоит? Какой год? Kia стоит 20-й год. Тут вообще пробег очень маленький. Цена 25 тысяч долларов. Ребят, по новому курсу в России, конечно, это прям... Здесь пробег очень маленький, здесь машина вообще... А это прям чувствуется, новая, руль, да. Прям такой. Вот еще у нас машина тут Elantra, Elantra, 21 год вообще, 800 майл. Нормально, все в пакетике. Да, вот. Посмотрите, вот так вот делаем на машину. Вот вообще новая, 800 майл. Сейчас. Вот можно. О, ребята, в ней прям пахнет новой машиной. Какая цена за нее? Цена 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов. Машина новая. Почти. А сколько такие вот в России, вот разница между машиной здесь и в России? Вот я недавно уточнял, там где-то в районе 3,5 миллиона. 3,5 миллиона. А так она получается 30 тысяч долларов, это меньше 2 миллионов вообще, да, рублей. Да. То есть разница где-то в 1,5 миллиона? Ну, почти миллион, 1,2 миллиона, 1,3 миллиона. Вот. А, блин, ребята, слушайте, я теперь понимаю, почему вы голосовали, что самый лучший автобизнес это здесь. Я делал опрос недавно в комментариях, каким бизнесом заняться в Армении. Вот, да. Будем брать с вас пример. Так, какая еще есть хорошая машина с таким же пробегом? У нас все хорошие машины, просто вот я новые машины показываю, которые, они проходные. После 2020 года машины, которые привезены в Армению, они проходные называются, и их везут в Россию. Понял. И те машины, которые до 2019 года, с 2014 до 2019, до 2020 года привезены, они не считаются проходными, но в январе, в 2023 году уже они будут проходные, так что... А, то есть после января можно брать после даже машины января, старше 3 лет? Да, можно. На имбеле тоже можно купить через туда-сюда документы. Как интересно. Есть машины, которые транзитные стоят, и еще есть, которые армянские номера, видите? В общем, друзья, звоните Карену. Эта машина привезена в 2019 году, она не проездная, и поэтому вот... И эту машину покупают или в Казахстан, или в Армении. А те машины, которые вот транзитные номера такие в основном, вот эти машины уже проездные. Карен, то есть вот эту машину после января 2023 года можно будет, она уже будет, да, проходной? Да, вот эта машина уже будет. Но в основном сейчас продаются те машины, которые после 2016 года, потому что в Армении закон, надо привезти машины до 7 лет. И поэтому понял. Получается так, что... Вот Карен, вопрос, как, вот, допустим, я хочу купить машину, у меня деньги в России, в Москве, в ячейке, как мне привезти, допустим, 30 тысяч долларов вот на эту красивую машину? Вопрос хороший. Часто задают, кстати. Да. Как? Через крипту, через как? Или через, ну, через... Можно и через криптовалюту, да, например, через привозят. Биткоин. Через... Можно сюда, здесь, в Армении, у нас много офисов, можно обналичивать деньги. Ну, то есть, если я хочу купить машину у вас, вы мне поможете сюда? Да, да, все сделаем. А что относится к деньги? Сейчас, вот, знаете, надо деньги просто держать на карте, а у нас вот просто надо переплачивать за эту, в банке, за проценты, за перевод. Но я думаю, лучше, чтобы не рисковать, лучше деньги на карте держать, прилететь сюда, и потом в банке, у нас ВТБ банк, можно через МИР карту вот здесь это все сделать. Ребята, зафиксируйте. Я слышал, кстати, что машины, многие в Армении покупают машины в Грузии, что здесь их продавать. У вас они прямо из США или через Грузию? Из США. Вот смотрите, у нас мы машины, у нас мы машины покупаем через сайты, через Капарт, ИАИ,
покупаем там, и мы привозим прямо в Армению. Но машины есть, которые мы контейнеры открываем и в Грузии. И еще у нас мастера, поэтому не успеваем просто. Мастера здесь не успевают, и поэтому еще много машин там оставляем, чтобы там чинили, там подготавливали, и мы чтобы пригоняли сюда. В основном мы привозим, в основном все мы делаем, и мы продаем. Понял, Карен, последний вопрос. Сколько в среднем за неделю россиян покупают у вас машины? Ну, вообще на СНГ. В неделю или в месяц? Ну, давайте в неделю. В неделю. В неделю получается где-то 2, 3, 4. То есть 2, 3, 4 машины уходят? 40, например, вот так. Покупатели скажу. В основном россияне? Или? Покупатели в основном из России, из Казахстана, из СНГ. Все, понял. Друзья, телефон есть. К Карену обращайтесь, машины покупайте. Спасибо, Карен, вам. Пожалуйста. Спасибо. Удачи. Спасибо. Хорошая цена. Спасибо. Друзья, если вы занимаетесь автобизнесом, и вам нужна реклама. Вот, например, у меня ролик. 2 недели прошло. Делал на этом самом месте. Набрал уже 250 тысяч просмотров. Из которых 63% это просмотры из России. Я думаю, ребята, которых я снимал на видео, они, наверное, там уже счастливы. У них там очень много денег появилось. Друзья, в этот раз мы более прагматично решили на площадку с новыми автомобилями, с дорогими, проехать на свои. Потому что расстояние километр плюс, километр минус, лучше кататься. Так, где-то здесь справа есть площадка исключительно с дорогими автомобилями. Давайте посмотрим. Так, еще одна площадка. Сказали, где-то здесь можно найти Porsche 911 и что-то совсем такое очень сильно пафосное. Пока я вижу одинаковые автомобили. Вот, например, 16-й год, BMW 328 RF. Цены нет. В общем, друзья, относительно оплаты из России за автомобиль, можно договариваться с продавцом. Тут все знают, как переправлять. Кто-то предлагает через USDT, через биткоин, через другую крипту. Кто-то говорит о том, что можно из Райффайзенбанка сделать перевод, с которого вас удержат 1.5%, все равно это выгоднее покупать автомобиль здесь, доплачивать за экологию, за ГЛОНАСС, ставить на учет в России, на ней кататься. Вот, например, живой пример, да, что машины на 1.5 миллиона дешевле. То есть, ну, вот как есть. Пишите свои вопросы. Я, в принципе, могу приехать еще много раз на этот рынок. Мотоциклов нет. Мотоциклов здесь я не обнаружу. Говорят, что мотоциклы лучше смотреть на специализированных сайтах. Сегодня у меня BMW. Видите, никакого Мерседеса. Все, друзья, спасибо за просмотры, спасибо за подписки. Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Всем удачи, пока.